Привет, ребята! Сегодня мы познакомимся с композицией. 41 мегапиксель камерафона Nokia Lumia позволит нам совладать с окружающим пространством. Совет номер один. Для каждого сюжета свой формат кадра. Квадратный кадр подходит для спокойных и гармоничных сюжетов. Он символизирует основательность. Если в кадре есть скрытая динамика, неустойчивое равновесие, устремление куда-либо, то идеален вертикальный формат кадра. Если вы снимаете движение, динамику, то горизонтальный формат кадра – самое лучшее. Важную роль играют отношения модели с фоном. Фон должен крутиться вокруг модели, она должна быть вписана в него. Интересный инструмент – точка зрения. Снимайте снизу, сверху, подглядывайте, снимайте из-за угла. Выбирайте необычную точку зрения на происходящее, и ваши фотографии будет интересно смотреть. Плохо, когда заметные предметы на фоне пересекаются с нашей моделью. Это мешает воспринимать образ. Но можно найти такое положение модели, в которое они начнут играть и принимать участие в композиции. Современный камерафон позволяет сделать классные фотографии, особенно когда вы вооружены знаниями. Но не забывайте и о веселье, и об эксперименте, не будьте слишком формальными. В конце концов, лучшая камера та, которая всегда с вами.